Друзья, всем привет! Думал я записывать этот ролик или нет, просто поделиться с вами отзывом своим о вот таких брелках с Алиэкспресса. Это Apple, ну, яблоко и домик. Ну, домик подразумевается, что, наверное, его вешать надо на ключи от дома, чтобы не попутать, если у вас много ключей. Значит, давно я их купил, но они у меня так и лежат в упаковке, потому что, значит, заказывал я на Али, вот они, да? Тут так выглядит красиво, вот такой вот брелок, и вот он тут 77 рублей стоит, это Apple, и вот домик, тут 41, но я за 150 покупал, тут доставка еще, видите, 230 рублей есть, 50 рублей, ну, в общем, цены прыгают на Алиэкспрессе, как известно. Значит, и решил я, значит, с вами поделиться своим мнением об этих брелках. Дело в том, то, что, видите, ну, да я уже сказал, да, что я ими не пользуюсь. Потому что у меня когда-то давно были брелки, тоже давно мне привезли, ну, не мне привезли, а, в общем, человек ездил в Италию, по-моему, и привез оттуда брелки. Они были вот такие вот металлические. То есть, ну, вот так, с виду металлические, да, ну, по крайней мере, вот если посмотреть на картинку, вот смотрите, да, вот, то, судя по картинке, у меня были вот похожие брелки. Мне они очень сильно нравились, я их носил с ключами, пока не потерял. Когда я увидел, я решил заказать себе эти, но по факту пришли совсем другие. Ну, вот сейчас еще раз смотрите, да, то есть, вот, что на Алиэкспрессе, да, вот как они выглядят, и как они выглядят реально. В общем, сейчас объясню. Значит, у меня были брелки, да, вот такие, привезенные из Италии, по-моему. Они тоже металлические, только они, во-первых, ну, поменьше, чем вот этот, да, ну, чуть-чуть поменьше. А это важно. Чем меньше, тем, естественно, меньше вес на ключах, и мы меньше их чувствуем. Вот. И, во-вторых, они были сделаны из алюминия, то есть они легкие и маленькие. Я думал, что эти такие же. Поэтому, если вы думаете, что вы закажете на Алиэкспрессе, вот как и я думал, что они будут из алюминия легкие, то есть, да, потому что зачем нам носить на ключах в кармане лишние там килограммы, да, ключи мало того, что тяжелые, еще нам мы будем, грубо говоря, гири подвешивать к этим ключам, чтобы у нас карман отвисал. И посмотрите, какой огромный домик, то есть, ну, по сути, это просто вот такие вот металлические, тяжелые, большие колобашки. Насколько они большие, вот смотрите, вот у меня на ключах, это вот такой миниатюрный, маленький, это самый, блин. Вот, да, значит, обычный брелок, многих вот такие есть, то есть это ножик с кусачкой для ногтей. Вот, смотрите, да, то есть какой он размера и какие вот, ну, так, примерно половина это домик занимает. Вот, вот такой вот, вот. То есть, надо понимать, что он огромный. Он вот такой толстый. Ну, короче, я не знаю, сколько он весит, но если мы возьмем вот так вот их вместе, да, то получится, мало того, что здесь еще огромное кольцо, но это можно поменять, как известно, да, другое поставить. Но в итоге получаются вот такие вот большие металлические две колобашки. То есть тяжелые, блестящие, которые будут царапаться. В общем, собственно говоря, поэтому я их и не ношу на ключах. Потому что если я их подвешу, да, вот так вот к ключам своим, это получится огромная вот такая вот махина железа тяжелая. Что, естественно говоря, мне будет очень сильно напрягать. Вот такой вот отзыв. Что я хотел просто вас уберечь, я думаю, если кто будет просто заказывать, что знаете, что они из себя представляют, что они просто вот такие вот толстенькие, металлические, тяжелые брелки. Если вы хотите купить легкие, то ищите из алюминия. А вот эти, к сожалению, они из просто из какого-то металла сделаны. Скорее всего, это просто нержавейка. Вот, я так думаю. Обычный дешевый китайский металл, который еще будет вот так вот бренчать у вас.
Ну вот, друзья, вот такой вот обзор, отзыв об этих брелках. Кому надо, заказывайте, я могу ссылку оставить под видео в описании. Но честно, вот мой вот отзыв, они, то есть, ну ни о чем брелки. С виду красивые на картинке, по факту, ну короче, я вот заказал и просто валяются дома, без надобности. Все, друзья, на этом всем спасибо за внимание. Всем пока.